Все красиво. Только просто. Сейчас я тебе скажу. Я вам тарелку хочу дать. Я могу с помидором сделать, запускать запчину. Не делать? Сейчас я могу тогда вашу. Да конечно, конечно. Начнем с того, что мы поиздевались над овощами, вот, и решили, что все-таки это поэт. Поэт после какой-то глобальной поэтической попойки. У него красные уши от того, что у него он устал слушать, у него легкая небритость такая, вот, глаза такие, ну, после, вот, не причесан с утра. Ну, в принципе, и нос такой только-только отошел от человека. Он должен натешиться вообще, да? Ну что ж, он такой здоровый такой. Российский цинизм только приветствовался вообще, с точки зрения поэта. Ну не все же символами мысли, да? Ну что ж, дамы и господа, вам еще раз аплодисменты. То, что мы сотворили, можете взять себе за стол. Вместе, да.